28 марта в Новосибирском профессионально-педагогическом колледже состоялся смотр-конкурс студенческих отрядов охраны правопорядка. Такой смотр прошел в Новосибирске впервые. 31 среднее специальное учебное заведение предоставило на суд строгого жюри свои дружины. Команды показали мастерство строевой подготовки, выступили с визитными карточками, посоревновались в стрельбе и сборке-разборке автомата, приняли участие в викторинах по военной тематике. Стрельба – это вид, который требует повышенной концентрации. Бойцам давали 5 пристрелочных выстрелов, чтобы привыкнуть к незнакомому оружию. После этого стрелок выполнял упражнения на результат. Когда стреляешь, волнуешься, руки трясутся. Главное – сконцентрироваться только на мишени, только на выстрелах, и все будет хорошо. Задержать дыхание и вовремя нажать на курок. У команд была возможность отличиться интеллектом и эрудицией, отвечая на каверзные вопросы викторины. На викторине мы пытаемся оценить уровень и вообще гражданских понятий, вообще чем занимаются ребята, и интеллектуальный уровень. Название, терминология, то есть это и шеренга, и парад, чтобы ребята знали полностью свои термины, которыми они пользуются в повседневной жизни при патрулировании. Ну и также вопросы исторического характера. Они тоже немаловажны. Борьба оказалась нешуточной. Отряды готовились несколько месяцев, чтобы показать себя с лучшей стороны. Оттачивали строевой шаг, тренировались в стрельбе, учили военную историю. Выявить лучших в каждой дисциплине оказалось непростой задачей, но с ней справилась компетентная жюри конкурса. Строевым шагом надо заниматься, тренироваться. У многих очень даже хорошо получается. У некоторых команд это не все получалось, но видно, есть к чему стремиться. Заниматься, тренироваться надо. В течение 3 часов дружинники участвовали в разнообразных конкурсах. Одни блеснули знаниями, другие – чувством юмора визитной карточки, третьи, больше других, попадали в яблочко из лазерного пистолета. Это строевой смотр. Второй этап – это приветствие и визитная карточка студенческого отряда охраны правопорядка. Третий – это стрельба из лазерного пистолета, сборка-разборка автомата и 2 викторины. Будут подведены итоги. Победители в общекомандном зачете будут награждены дипломами и кубками, участники – грамотами, а победители по номинациям будут награждены дипломами. С небольшим перевесом кубок победителей общего зачета завоевала команда «Хозяев» профессионально-педагогического колледжа. Серебро увез в Искитим филиал монтажного техникума. 3-е место досталось Новосибирскому техникуму автосервиса и дорожного хозяйства.